Для Сочи сдача норм ГТО стала нормой. Вот уже второй год. И школьники, и студенты бегают, прыгают, подтягиваются и отжимаются. Каждый сам для себя решает, участвовать в фестивале или нет. Оценивает спортивные возможности ребят специальный центр тестирования Департамента физкультуры и спорта администрации города. В основном они выполняют обязательные нормы комплекса ГТО. Это бег на короткую дистанцию 60-100 метров. Это силовые испытания, это гиря 16 килограмм, сгибание-разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание из положения. Мотивы разработаны таким образом, что даже неподготовленный человек, который занимается, там, уделяет 15, 20, 30 минут в день зарядке там, или какому-то легкому бегу, он вполне может выполнить любой из видов испытаний на золото.